Ребят, привет! Мне вчера прислали офигенный отзыв, такой классный, о моем сеансе, который я проводила, человек на 600, наверное. Сеанс называется «Движение сердца». Это очень такой необычный сеанс, в котором уже лет 6, наверное, участвует очень много людей. У меня больше 20 тысяч отзывов было еще в прошлом году, в этом году я даже не считала, не знаю, может быть, уже и 30 тысяч. Серьезно, они все собраны в одном канале, вы можете полистать, почитать. Вот, и примерно на сеансах бывает один человек, а бывает 1000 человек. Вот, они очень интересно проходят. И девушка, которая впервые попала на этот сеанс, рассказала об этом видео. И я такая думаю, блин, пора его опять привести. Он у меня стоит 50 евро, 50 евро и 100 евро, если с разбором индивидуальный. Вот. Я его бесплатно провожу в закрытой группе. Раз в месяц, два раза в месяц, ну как-то, не знаю, по желанию. И вот она мне напомнила, что пора провести. Кто хочет попасть на этот интересный сеанс и вообще послушать, что это за сеанс, вот, посмотрите дальше ее отзыв, я прям сюда сейчас смонтирую его. И под видео будет ссылка записаться на закрытую мою группу. Закрытая группа, что это такое? Это курс, который вы проходите в любое время, когда вы хотите. Там пока 120 заданий, на каждый день одно задание. Можно одно задание несколько дней выполнять. Я рекомендую всем взять задания разные, написать номерки на бумажках, скинуть там в коробку и доставать, и смотреть, какой сегодня номер задания выполнять. Задания все на формирование нового мышления, новых привычек, перестать токсичить. Привет-привет, это Юлия Днепровская, и в данном видео я хочу оставить свой отзыв о прохождении сеанса Нелли Давыдовой «Движение сердца». Для начала рекомендую подписаться на мой канал «Все просто» с Юлией Днепровской. Смотрите, кто такая Нелли Давыдова? Начнем с этого. Это девушка, которую, на канал которой я наткнулась в мае месяце прошлого года. У нее очень много информации в бесплатном доступе. То есть ни один курс ее, ни одно там какую-то там, не знаю, личную проработку я не посещала. Но за время подписки, да, на ее канал, за время просмотра ее видеоконтента, я прям чувствую изменения по всем, вообще во всех сферах моей жизни. Об этом тоже я буду дальше рассказывать, делиться на своем канале. Вот. Итак, 12 января, в день рождения Нелли, она проводила прям бесплатный сеанс телепатический «Движение сердца». Значит, как это происходило? Вообще, утром, когда я проснулась, я сразу открыла, посмотрела, что у меня на карте есть там небольшая сумма денег, и я ей 555 рублей отправила прям сразу. На такой донат, как говорится, по энергообмену, то есть поздравила ее с днем рождения, потому что это реально очень светлый человечек, который настолько меняет жизни людей, и я ей прям благодарна за это. Что дальше? Значит, в определенное время мы все, у нас было 600-700 человек, мы все, сидя у себя там, в квартирах, в домах, значит, выключили интернет, отключили звук на телефоне, завели будильник на полчаса, и можно было занять удобное положение. То есть можно было лежа, сидя, можно было спать во время этого сеанса. Главное, надо было отключить поток мыслей. И какой-то был у каждого запрос. Значит, ну, у меня запрос был на этот сеанс «Гармония в отношениях, гармония в семье». Вот. И когда мы... Ну, до сеанса мы еще отправляли ей свои фотографии. И, в принципе, для меня это было прям интересно, удивительно, что мы не в какой-то видеочат заходим, да, и все там находимся, а что мы именно вот так вот в едином поле просто находимся, да. И примерно на 25-й минуте я, сидя в кресле, да, я настолько расслабилась, начала уже засыпать, такая, впадать в дремоту, в сон. И на 25-й минуте я почувствовала прям такую волну, я не знаю даже, как это описать, но просто меня накрыло. Ребята, меня накрыло такой волной безусловной любви, света, тепла по всему моему телу, прям вот просто волнами разошлось такое тепло и любовь, и счастье. Понимаете, я стала плакать, я еще не открывала глаза, потому что будильник-то не прозвенел. Я просто лежала, и я благодарила, я радовалась, я просто понимала, что это так здорово вообще вот это ощущать.
И, конечно же, у каждого ощущения были разные. Мы потом делились в чате, там комментарии оставляли. Но реально после этого сеанса у меня был прям такой прорыв, можно сказать. Я очень хотела обнять всех, ну, в первую очередь, супруга моего дорогого. И через 2 дня, ну, спустя 2 дня, он заметил, что что-то во мне не так, я там больше стала проявлять какие-то внимания, ну, жесты, да. И он спросил, что с тобой случилось, почему ты такая. Ну, то есть, как есть, я рассказала, что проходила такой сеанс. Ну, в общем, опять он был немножко, ну так, в общем, отнесся к этому не очень, говорит, ты там сливаешь деньги на все такое. Я говорю, это вообще бесплатный курс, безоплатный. Ну, говорю, я отправила просто 555 рублей, донат отправила. На что я получила там прям волну гнева, негатива, и я настолько спокойно это перенесла, потому что Нелечка предупреждала нас о том, что да, будет после сеанса будет какой-то такой момент, и в принципе я этого ждала. Что происходит дальше? Буквально через еще там 2 дня я открываю личный кабинет агента, а я работаю агентом Альфа-банка в проекте «Свой в Альфе». И мне просто удивительно то, что я ждала начисления одну сумму, а мне, получается, за предыдущий месяц добавили, доначислили почти 7 700. Ребята, это вот первое было такое чудо, которое произошло со мной после этого сеанса. Чудеса еще не остановились на этом, да, еще они продолжают идти. Но действительно, я всем рекомендую посетить этот сеанс. Он просто удивительный. Я не знаю, это вот мое такое сейчас послание каждому. Найдите канал. Видите, я даже охрипла. У меня от переизбытка чувств, у меня просто захлестывает меня. Вот, найдите канал Нелли Давыдовой в интернете, в Ютубе она есть, в Телеграме найдите видео, чат, видео, контент Нелли Давыдовой. Если не получится, пишите мне, мои контакты есть под этим видео, я обязательно поделюсь с вами ссылкой на ее канал. Так что всем хорошего настроения, всем удачного дня. Приходите к нам в наш проект «Свой в Альфе». Это самый замечательный, классный проект. Это тоже заслуживает отдельной истории, потому что проект «Свой в Альфе» официальный, легальный, и где без вложения можно заработать нереально огромные деньги. Вот, приходите к нам на планерке, на презентации, и мы покажем, расскажем подробнее, что это такое, с чем его едят. Все, всем хорошего настроения еще раз желаю и всем счастья.